Ничего короче. Ой, это ты. Заходи быстрее. Блин, уже попа квадратная сидит. Ногу подложи. Когда будет квадратная так. Да, третья пати слева, все, ты справа. Подложи паспорт Российской Федерации. Все, давайте фулбаф. Сейчас будем становиться, оббегая лужи. Ну тут, пожалуйста. Чек. Вот, сейчас идеальный момент. Пошли, Ваня. Все, погнали. Все, хватит тут двигаться, в лужи не забегайте. Я первым обословлю. Мне показалось, или питомцы лужи даже оббегают? Они питомцы умеют. Чат, такие похожи на такие дебилы, что просто. Битстил, выходи с рейда. Только не в лужу. Забирай второй, смотри, выходи с рейда. Кто забрал на себя? Классно. Классно выбегаешь. Забирай себе второго. Уже убьем. Грубый выйди, грубый выйди. Грубый выйди с рейда. В РД-зон убегай все. Так, Олег, подымешь битстила. Я заберу моба. Играйте по пятому стражу звезду. Дестроен забирай. Убери ты эту уже. Прожимай ставку. Держите следующий активируйте. Стойте на месте. Ромбик. Милики, отойдите в РД зоны. Сейчас будет смачный хлопок. Кружок, играемся. Все в кружок. Ты а я не знаю, как у награды так много. ДД отбежали. Сейчас я метку поставлю, звездочку играем. Ну там милики выбегают с мирезоны и лужи зацепают. Выжили, офигеть. Самиван, поднимай калка. Милики отошли в РДД зону. Бля, ну чё вы такие тупые? Ну блин, ну сказал же, ё-моё, три раза сказал. Тупые. Олег, подымай Друленда. Курумка, подымай Фалазари. Не, подымай Стила. Курумка, подымай Друленда. Друленд, подымай Битстила. Давай так. Они в центре где-то лежат, справа от босса. Отойдите от шипа. Да. Рельсотрон, давай, сбегайся с берсеркером. Пожалуйста. Шипальцы слева, за серки шипальцы. Сейчас спасу, братюнь. Да. Спасибо. Бэра больше нету, да? Сбегайте сейчас порталы. За концок забегай в портал. Кто-нибудь еще. Ставьте плюс, у кого БР есть. С левой стороны щупальца. Маленькая. Милики, бейте, борь тяжелые щупальца, но встанет. Бля, нет таймера. 30 секунд, 30. Я по линку бейте. А, ну да, да, отходи, отходи, у меня уже 15 здравомыслия. Да, 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 отходи дальше. А че у тебя 2 за 2? Ну, так ты дальше отойди еще. Давай, попробуем. Ничего вы не... Вы что делаете, блядь? Тебя по 2 стака отнимается. Выходите, там 10 секунд, выходите. Давайте, выходите. Слева щупальца, слева.
Точнее, надо отбегать у Румка. Отбегаться с Пактом. Зайдите, может, кто-то в комнату еще. Что ты говоришь? Ну там грубый вылетел, Сэмми мертв. За двоим в комнату заходить. Хорошо. Бегайте. Я не логаю, что у меня сдавливание на халке. Бля. Видите, щупальца слева. Человек зашел в портал. И у нас просто людей нету, живых без порталов. Шляпа какая-то. У вас еще 36 секунд есть. Че не понимаешь уже? Не. Сколько там на тесте надо выходить? Ну, база. Ну там оставалось немного людей. Какого у тебя? Сколько до 30 или до 50? Да, 30. Не успею. Попробуйте в три портала перейти, ничего страшного. Если хватит, если вы мысли. Выходите, там 10 секунд, выходите. ТПС, чтобы убить на третьей фазе босса. Да хватит, у нас же 2 ДК. Вы эти оруты, эти плюс бомжи. 4 пачки. Минус все друиды, блядь. Тайклак, каску по себе. Давайте пока мелкие щупальца. Черепа отбегаем, заходите в порталы. Заходите в левые порталы. Все, кого не назначал, заходите тоже. Персифона, ты можешь хилиться в этих штуках. Флешка похилиться. Тут 300к добить. Все, сзади босса тяжело щупальца, бейте все, пока оно встанет. Все, давайте к выходу идем, к воротам. Че, пофиг, не тяжело? Всем фаза. Ну, мы перевели. Перевели. Разбейте щупальца. Щупальца разбивайте. Подходите к воротам. Отворачивайтесь, когда босс кастует взгляд. Рост. Давайте рост. Сейчас сало и будет взгляд. Отворачивайтесь. Отворачивайтесь. Саяра, вызывай войско. Да, я в комнате вызывала. Зачем? Ты стой поближе. Листы можете подойти, фернуть. Трэш поможете танкам. Отдал зубы. Ферните лучше их. Ты лучше ферни, а не давай зубы, это поможет больше. Хорошо. Нужно корм. Я даже не смотрю, сколько у босса ХП. Афир, что-нибудь, корни, пожалуйста. Афир уже был. Захильте, захильте протопал. Хватит, 7%. Отворачивайте сейчас. Это сильно было. Смотри, блядь. Сука! Она в ниточке просто. Господи, протопал умер. Давайте еще раз, еще один фир, умоляю. Просто на воду туда и добивайте. Новый. Киллит, блять, моба, отведите. Дайте гимн на хп. Гимн на хп. Персифона сейчас страх этот завязать. И бей босс. На 4 стака, бля. Все, трэш идет в рейд. Ну, добивайте чуть-чуть, все.
Ну да, 6 мебель. Что, убили, да? Да. Какое ослабление. Че вы стоите так далеко? У вас не дотянешься диспелить. Давайте еще раз, просто не рассказал людям, что делать. Смотрите, первая фаза. РД стоит в одной точке, бьет босса. Милики стоят с танками, бьют трэш. Но босс кидает дебаф, который увеличивает получаемый урон. А моба, когда мы убиваем, он взрывается. Поэтому, когда он взрывается, и человек стоит рядом с дебафом, вы получаете, там, считай, что двойной урон. Поэтому, когда на вас дебаф, вы отбегаете в РДД зону, ну, либо... из рейда. Главное, когда вы отбегаете, не задевайте лужи, это первое. Если вы это будете делать, на первой фазе все будет отлично, без смертей, без ничего, никаких форс-мажоров. Дальше, вторая фаза. Вы появляется босс. Босс будет кидать мелкие щупальца, которые хватают людей. Паралич там наносит урон, их надо быстренько сбивать. Если кого-то схватило вот еще щупальца, человек может сам себе похилить, там, не знаю, задефаться, например. Да тот же ШП, маг, например, сова. И большие щупальца, которые бьют только РДД. Но когда люди в комнату заходят, там мозг ослабевает, и у большого щупальца начинается паралич, поэтому милики тоже могут бить эти щупальца. Дальше. Еще по дебафам. Три вида дебафов. Первое — это как пак на лане. Двум человекам надо просто сбежаться, чтобы не терять стаки здравомыслия. Второе — это босс кидает как койл у лока на рандомного человека. Этот фир, он передается на другого человека, который рядом с ним стоит. Поэтому от черепа отбегаем. Что там еще вам сказать? Там болезни надо все диспейлить, не стоять в лучах. Современно убивать всех этих щупальц и так далее. Так, Ваня, заходи ты в комнату, потому что Гроби вылетает. Ты так заходил. Олег, поменяй меня, потому что я крашусь постоянно. Это так, уже добьем. Чек. Смотрите, пустые порталы, видите, тоже заходите, чего там стоите? Смотрите, маги, третья фаза, если все жопа какая-то происходит, морозим трэш только возле ворот. Надо кулаки есть, я кресты бафы. У меня кулак... Почему не стоит морозить трэш? Качан, потому да. Что трэш хилит босс. Кулак баф не слава, я кресты раздал. Ну давай. Будьте легче, пожалуйста. Дайте шкаф. Семей Иван, остаешься вне комнаты. Тропанеска, заходишь в комнату. Третий портал. Ну, в смысле, третий портал. Говорю, третья пати слева. Чек. О, Breaking Bad, спекайся в танка, поможешь потанчить. Я просто не буду напрягаться, я когда метку вешаю, немного отвлекаюсь и не забираю трэш. Нормально. Давайте постараемся 15 минут и луку по фейцах. Так, пошли к боссу, только не забегаем в лужи. Принцип работы мне их неизвестен. Классно забегаешь в лужах. Кто-то там был. Первым образом заберу. Давай второго Breaking Bad забирай. Бригменс, выходи с рейда. Я заберу следующего. Breaking Bad, сюда дальше еще. А, прикольно. С
Спасибо, что спутнулся в танках. Я дальнего заберу. Не надо, я дальних забираю. Классно забрал. Первого моба с меньшим хп бьем. Потом следующего. Убить стил, выйди с рейда. Выходи с рейда. Так. Я сейчас заберу. Я заберу, можешь ничего не делать. Просто танком заберу. Седьмого стража забирай ты. Я восьмого. Бейте стража с меньшим хп. Кружок в последнюю очередь. На мне рвение Сары. О нет. Забирай трэш на себя. Берсеркер, поднимай Страпанеску. Олег, поднимай Снатми. Урумка, поднимай бить Стила. Дурлен, поднимай Фалазари. Щупальца. Мелкий слить щупальца. Берсеркер поднимешь, как откатится. БР сразу. От большого отойти всем. Большого отходим, дебаф и диспел. Вставай, Страпанеска, как встает он, сразу пристабав лапу, каску, кулак. Бинтит, череп отбежали. Гамма череп. Череп отбежали. Альпич, какие-то сантмеи, беги. Становимся по этим, по порталам. Дайте кулак повару, Фалазари, Калк. Я каску дал. Фалазари, кулак варом. Сейчас будут порталы. Схожее мышление на одном человеке только пишет. Странно. Выдавливание на Эльтере, там ищите, щупальца с Эльтере, бейте Эльтере, хилисься. Все, заходим в порталы. Диспел магии. Давай, Снобей, не втыкай, давай, оббегай левее, может там портал есть, что ты втыкаешь? Кто-то лишний, походу, зашел, значит, все, нету порталов. Главное, что 10 человек зашло. У нас 8. Ну, не знаю, я вообще не вижу сейчас порталов. А, они пропадают? Так, не за 2 секунды же пропадают. Давайте, господа, в свету тяжело щупальца бить. Тяжело, а самое большое. Давайте. 20 секунд есть. Великий РДД бить. Смотрите, сейчас выйдите из комнаты. И занимайтесь снова позицию порталов. Выходите. Начинайте выходить. Выходите, выходите. Все это тяжело, добивайте. Играйте по мелочи. Занимаем позиции опять по порталам. У нас 9 было, короче. Я знаю, а из Натми не зашел. Ну вот так он пропал порт просто. Портал, лишних не было. Порталы, походу. Это Эльтера, давай гимноману, Персифона гимноману. Сейчас будут порталы, давайте, 3 секунды. Диспельте болезни, болезни, диспельте. Заходите в порталы, плевать на дебафы, Олег, Саяра. Давливание на Breaking Bats. Извините, просто. Череп. Ох, переведут, успеют. Добивайте мелко, перед мордой надо собираться идти уже. Давайте к звезде все отходим, все к звезде. Вот у ворот встречаемся. Поморозим только по команде, трэш, если что. Сколько времени? 30 секунд еще. Идите к порталам. Давай спереди 400к. О, блять, ну зачем вы вышли? Вели. Вот этот тикль. Ну, Ваня дезориентировал, короче, людей. Ну там 2600 и надо 2400 и 8 секунд. Рост, наверное, нет? Давайте рост. От
отворачивайтесь. У меня есть шанс убить. Конечно. Не зафильтрован. Отворачивайтесь. Там бомжи кто есть. Не надо никаких бомжей. Надо морозить уже, видишь? До персаду. Я одного могу, только одного заморозить. Отворачивайтесь. Нет, кайф. Отворачивайтесь сейчас. Морозьте опять трэш. Только не, не моба, который рядом с боссом. Который возле звездочки. Пистолет действовал. Жесть, вот это контроль хороший. Да, прикольно было. Тупо ноль урона получил. Так, два плаща, осколок. Хорошо, короче. Ну, неплохая двинка. Так. Не, лучше слезы какие, пока не выкинул на пивопа. Пацанов кинули на лут, блин. Тут ничего не упало. Дайте. Триня нахи. Ну там типа ТП в чего куда? Слава, бери триня нахи. Куда идем? На главное пошли. А почему никогда принца не делаем? Кого не делаем? Ну, принца там не убиваем. Неубиваемый чего? Кузнеца, который напротив вас закрыл. Мы его пока да убиваем. Например, первый раз тут. Да, конечно, сколько уже ходил, не убиваем. Мы его самым первым убиваем. Я тоже самым первым. Так мы его никогда не пропускали, ты че? Не, я должен был отдать Сайоре голову, но в этот раз не поролу. Точнее, голова и так на усмотрение Релла идет. И вы кидаете ролл, я смотрю, кому ее отдать. Моб появился. Сейчас пойду. Блин, тут мы бреснулись. На, держи лутера, разролишь. Не бейте, не бейте, мне было. Есть эта штука. Формула. У кого-то есть ключ вообще, чтобы запустить? Да, у меня есть. Ну, женский пол и кал, короче. Ну, вон Петя. Больше, в принципе, никто. А чё тут нету никого? А, вон они там все. Бля, брат, похит, пожалуйста. Побегай. Подвигайтесь, чтобы он не было мимо вот этого говна. Подожди, а вы где вообще? Вар, он в тебя целится. Подойди поближе. Короче, там... Такая тема была, она в прошлом райде кинула выше ролла, я дал Страпанайски, но у него чуть-чуть поменьше ролл был, на единичку.
хотя оба ходят давно и не слакали, в принципе. Жаль, что этот Смотми умирал. Так бы ему отдал. Да Ваня диверсию провел, чтобы... 200к, 10 секунд, типа, на 10 человек и 20 тысяч, у меня джага 15 бьет. И они просто все вышли. Чуваки, а что вы делаете? Вы на дворфов, что ли, пошли? Нет, мы пришли на Алгалона, а потом, кто дальше шел, они сагрили трэш, который резнулся уже. А, блин, идем. Я туплю. Давайте тогда этот вестибюль портаемся и так обойдем. Встаю просто. Че у нас по хилу? ДЦ, двоердроер, шам. Так вот, есть еще ДЦ? Так тут больше мобов в вестибюле. Чего? С вестибюля больше мобов с галереи идите. С лестницы спуститься, трех мобов убить. А, понятно, тут мобы. Блин, я тоже. Алло. Вот как это работает. Спрыгайся в танка, будешь первый танчить, я заберу у тебя босса. Кого есть холипал? Да, ты спрыгайся в танк. Не знаю, покатит ли это. А у тебя есть выбор. Ну, калка можно спекать. Калк, где есть какой-то? Я хочу уже на шипа зайти и все запубить. Попытаться. Попало надо. А если резнулся трэш, это означает, сколько мы здесь? Часа 5 где-то. 2 часа. Ну тут бы 2 ДЦ зарешало. Холипал, есть у кого холипал? Не все нам цепать сделать. Ой, не знаю. С хапала бучите, не забывайте про действующего танка, там пришибает нормально. О, попертел хил или кто там? У него танк хил. Ой, ты можешь танчить? Давай, Саяра, заходи на холипала. Че, надо ДК потанчить? Варм, кого-то танк есть, что? А, ну не, сейчас будет холипал, ДЦ, РШАМ, 2 РД, наверное, так пойдет. Не знаю. 2 ДЦ пищу. Какая смотри, тактика у вас? Тактика? Та обычная, бей босса, отбегай от меток, забегай в лужи. Ну, типа все без слез делаем или как? Без смертей делаем. Ну это слезы, да? Да. Breaking Bad, ты начинаешь первый танч, забираешь 4 стака, я у тебя забираю босса. Ты там заходишь в портал и все дела. Застроим на тебе эти звезды. В смысле, вот эти шары. Закрываешь портал. Хорошо, а кто остается с боссом, еще раз прослушал? Breaking? Нет, я остаюсь на суровом. Все созвездия на себя заберешь, которые останутся. Постараюсь. Что-то вам сказать. Смотрите, прикол еще такой. Босс кидает килл на землю, кара называется. То есть красный кружок маленький. Сложно его заметить, поэтому внимательно на пол. Когда он отправляется, вы отбегаете, ну-ка, можно дальше. Он ваншотает. Второе, это босс призывает звездочки, такие маленькие, по всей комнате летают, 5 штук или 4, не помню. В общем, их нельзя задевать АУЕ. Это
мы сливаем одну звезду по команде. Когда она сливается, то 25% хп у рейда исчезает. Поэтому если вы взорвете 3 одновременно звездочки, мы упадем. Для чего мы взрываем звезды? Для того, чтобы зайти, точнее, звезда взрывается, появляется черная дыра. Мы должны в эту черную дыру зайти, когда босс кастанет суровый удар. Сурового удара можно спрятаться только в этой черной дыре, поэтому мы и сливаем эти звезды. Нужно слить как минимум 4 звезды до сурового удара. Суровый удар может пережить только танк и ШП в тучке. Это краткое описание боя, что тут происходит. Маленький экскурс. Те, кто первый раз тут. Это очень сложно понимаем, конечно. Там кикни ДК. Ага. А смотри, а в черные дыры заходим, к стенке вот к этой вжимаемся или... Сейчас мы продолжим это. Смотрите, появятся звезды, сливаем по команде, хлоп. 4, допустим, черных дыры, 2 протопал закрыл большими звездами, остается 2 черных дыры. Когда босс кастует суровый удар, вы смотрите на босса, ждете, когда у него там половина каста прошла, можете стоять возле черной дыры уже. Но когда будет половина каста у босса, тогда заходите в черную дыру и пятитесь по краю платформы, вот здесь вот. Видите, где звездочка ходит? Потому что бывает такое, что когда вы во тьме зайдете в черные дыры, босс кидает кару, и вы можете выйти из тьмы под эту кару прям. Не знаю, не угадаешь. Тут баф вообще. На тебе. Короче, ты кидаешь метку на звездочку, будут их сливать. Там килька в банке за... не знаю, кто даже. Все 5 пустов, короче, переключайтесь в метку звезды. Ваня, готов? Интеллект дайте. Олег, подходи сюда. С мостика уходите, а то он пропадет. И вы вниз провалитесь. Поставьте ауру, огня. Все готовы. Да, поставьте ауру на броню, сосредоточенность тьмы. Верно. Все, Breaking Bad, СЛП по боссу. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя. В общем, звездочки появятся, а по часовой стрелке пойду. Вот вам ориентир, где-то здесь будет первая звезда. Сразу разбивайте ее под кару. С этим у нас сколько? Один ДЦ или два? Один. Я поставлю, видите, кружок сразу. Два аэродро, аэродро один. Давай рост. А, Олег, все, наверное. Следующая звездочка появится. Метка ромбик. Бейте, не будет. Бейте ромбик, кресты. Ходите. Кара, отбежали, сейчас надо захилить рейд на фул. Кара, отбежали. Все, давайте следуй. Бейте шпашечки. От ромбика отходите. Отбивайте метку, кресты. Все. На фул. Что сейчас хлопнет. Захилю. Еще раз захилите на фул, сейчас скоро кара будет. Стойте, не бейте, звезды. Захиливайте ракет. Стоим, ждем созвездия. Сейчас стрельнут в человека. Отбежали от кары, отбежали. Давай сакру. Захилить рейд на пол. Убивай звезду. Убивайте звездочку. Справа босса. Убивайте. Убрал на себя босса. Хильте Макмагона сейчас. Блядь. Кара, отбежать, кара. Вэпер не забрал звезды, короче. Будет плавно. Удар, скоро будет суровый удар. Разбери. Отбежали, суровый удар. Стенку вжимайтесь, стойте у порта. Полетел.
Прикольно. Забираю Breaking Bad с босса. Давайте упадем сейчас. Нормально. Тогда бьем так. Не знаю, просто хочется еще потратить, чтобы люди посмотрели, как это все делается. Ну, ставь, ладно, ставь мне, пускай побивают. Ну где тебе терпеть? Типа, чем больше траев, тем больше. Там АДК стаки еще надо не повернуть. Урумка, подыми Олега, Олег, подыми Макмагона. Да. А, походу, сейчас ставлю. Теперь уже все. Доходите в кару быстрее. С самого ночного быстренько. Короче, не знаю, поэтому не забрал звезды, там Лока убивает, Рога. Ну, значит, либо ты ставь, либо кто-то другого назначает. Тяжело два таунта одновременно жать. Ладно, я сам тогда хоть и заберу трэш, и потанчу босса, и ты просто стой. Гениальная мысль, это классика вообще. Когда звезды появляются, он типа три большие, можно хилы по центру, по боссу. И один из ТК войска дает, короче. Чё делать? Ну хилы под босса становятся, и один ДК войска. А потом ты их тебя заводить будешь, они будут на войске. И не побегут никуда. Ну, войско пропадет потом, еще да, и все. Да. И шо? Будут войско крепать икер с ними. А потом они закроют просто кто-нибудь дыру перед всем рейдом и все. Да, войско, потому что ДК побежит, ДК в лужу пойдет, и созвездие за бомжами не закроет. Нет, они не пьют, за... Они тут стоят в агре, там где они стоят. Они бегают. Не-не, оставайся в сове. Сейчас да типа это плевать, Рога, наверное, в комнате умер. Не знаю. Ранжи не показывал. Я видел, что сразу умер. И Лок еще умер. Но 6 тысяч созвездия бьет. Нет, он просто в комнату зашел раньше времени и все. Ну, провалился. Смотреть надо. А, то, что следующие люди упали, там хилы, да, это взорвали две звезды, походу. Знаете что, вообще идеально, наверное, пятую звезду до сурового удара убивать. Помню, зачем ее надо убивать, если ее заклеивали, и у нее меньше половины хп. Если у нее больше там 60-70%, то нет смысла сливать. После комнаты выходишь, добиваешь ее. Я вижу, как подобили. Что, вы же... будет, если Алгалон подаст сигнал бедствия? Просто пропадет еще. Причем прикол был, 5 звезд было. Сколько? 4. У них у всех было мало хп, их кто-то доклеивал, и две взорвалось. Лучше одну слить сразу, прохилить спокойно и дальше бить. Это не так уж долго по времени, но при этом не было. А сейва это дурачков, которые решили подботать, там что-то. Они внимательно слили специально. Мальчик. Ну вот я, дурачок, летел в каре, походу. Кстати, танка не ваншот, да? А, то есть ты слетел, приземлился и нюна? Не-не-не. Нет, он как раз таки ударил вверх. Не получил урона, я умер от падения. Так вот, я в прошлый раз так же, блядь. Когда у нас один человек умер, вторая. Я только когда приземлился, бабл нажал. Босса, я не увидел под себе метку. Надо было, ты даже можешь не разбиться. Надо прокинуть на себя, да? Ты если не разобьешься, то просто может быть такой ШНДК на второго танка повесит свой стак лишний, и он его затянет в комнату, а гроз летает, когда ты взлетаешь, все. И он пауэрейд убьет. Ты готова, по идее, вот еще раз. Прожмите блядскую культу. Культу прожимайте, мой. Он братил бой сначала. Если не пейте с полостью, да? На уважение аренчиков. Непостижимую даже для величайших.
ДПС заменяет просто сейчас. Ты метки ставишь, да? Нет, ты метки ставишь. Да. В ромбик играйте быстрее, все в ромбик. Все, захилить быстренько, сейчас кара будет. Бежали кара. Забивайте. Захиливайте быстрее на пол. Вот есть. Все, сейчас будет взрыв, опять захилить. Захиливаем. Там, в начале в самом. Ромбик фиолетовый, бейте, бейте, не бойтесь. Быстрее, быстрее. Убивайте быстрее ромбик, все, пожалуйста. Вот кара. Захилите. Реально, не бейте. Кара, отбежали. Кара, отбежать. Захилить, захилить на фул. Разбить. Разбивайте, разбивайте пушку. Ой. Забрал на себя босса. Нет, он только ночью. Отлично. Кара, отбежали. Поставь метку на звезду, надо сбить одну метку. Фиолетовый ромбик, играйте, ребят. Все, и к стеночке сюда. По тьме к стенке. Стоите тут, ждете. Вжались в стену. Все, сейчас хилы выходят, моментальные хилы в БДК. Кара. Ой, забери, пожалуйста. Не забывай про звезду. Это сильно было. ДЦ нет, аккуратней. ДЦ тут. Ну, щитов нет, наверное, по-моему, было. Кара, аккуратней. Взрыв, сакру давай. Взрыв будет, смотри. Что добиваемся? Надо еще звезду убить. Ставь мне. Стойте, ребят. Я переместил. Да, сейчас две звезды хлопну. Играйте в старую. Играйте гимн на отхил. Сейчас еще одна хлопну. Аккуратно, застреливайте. Сейчас еще одна хлопну, аккуратно. Блин. Сейчас я выйду. Заходите, заходите. Созвездие на себя БДК забери. Я делаю то, что должен. Возложение там по танку отдайте, по если кто останется. Давайте, подавайте людей быстрее. Чего угорать? Не, я вышел. 10 шипов, ёбаный бот. Не остался, Breaking Bass не остался. На сурово. Я вышел такой, меня убивает. Чушипы у вас не остаются никогда? Взгляните на мир моими. Умирается, блядь, скидывается, блядь. Да нихуя, просто умирает, крылся. Умирается, блядь, быстрее. Что делать, умирать? А он тадик. Бить или умирать? Да, умирай, умирай, случайно загрешно. Делаю то, что я звезды. Блин, Breaking Bass, ну у тебя же нету стаков, чё ты не остался? Жизнь. Я уже на машина, я даже не думаю, там сурового ударя, машинально просто. Не может быть вечной. Даже коста уже сурового не было, я просто умер. Не может быть. Чё я там забрал? Я делаю то, что должен. А задача, чтобы никто не умер, да? Угу. Ну сейчас задача просто убить босса уже. Много. Звезду разбили и... У нас один тип просто умер. Я, короче, смотри, прикол сейчас какой был. Я ставлю метку на второй... перед вторым суровым. Ставлю метку на звезду, ее, короче, бьют, и параллельно тут же сливается вторая звезда, хотя на нее метку не ставил.
И у него в два раза меньше хп, чем на ту, которую я метку ставил. Типа. Блять, чуть две звезды не хлопнуло. Кто-то уешит по ним, кто-то бьет. А, может, звезда. Звездопад юзает, там я хз, может. Просто больше людей надо на звезды ваши. Чтобы не зерно. Они так пять ров лишили, что. Они, ну, они нормально все сливают. Ну, учитывая, что. Учитывая, что у вас одновременно взрываются 2-3 звезды, это значит ненормально, значит надо больше людей. А что проблема? Таких проблем. Проблема в том, что я ставлю метку. АОЕшит звезды, 23к, дел вихрем, наверное. Очень страшно. Мы просто выходили, когда кара была, взяли фуловые звезды и подбили их. Вы, наверное, потом их после кары сли. 5 человек, ты говоришь, вон там, посмотри аккаунт. Ваня 500 тысяч, остальные 200. 2 человека и 4-й человек 100 тысяч. Это хуета. Я вот еще раз говорю, в чем проблема была. Я ставлю метку. У метки 60% хп, у соседней звезды 30%. И что в этой ситуации делать? Ну, уешься, блядь, что там делать? Люди же видят там, что звезда стоит. Слово там звездопады, ну, зайти. Бля, при чем тут 10к гп, если всегда шп остаются, алло? Давай, если ты умрешь, ты 10к гп лутаешь, блядь. Ты что, не можешь назвать? Вон один Ваня может остаться. Че, у Вани символа нет на точку, что ли? Заходишь зачем? РЛ не сказал, что я захочу. Так нахуй тебе этот РЛ, блядь, они хуету говорят, эти РЛы, блядь. Владюша, чё, зачем ты мультидуэт таешь звезды все? Объясни, пожалуйста. Да. Мультидуэт тает звезды. Ну, на стриме чей? Просто, что ты убираешь таги звезды, все мультидотаешь, бегнулся. Что-то не то смотрю, походу, на тот стрим. Не тот стрим, походу, смотрю, да? Не, да, даже пусть он типа мультидотает, это пофигу. Там две звезды сейчас почти хлопнули в одно время. Хотя метку ставил совершенно на другую, у соседней почему-то меньше хп оказалось. Это точно не шп виноват. Как минимум не он один. Бля, а улишит... it's not me. А ты покажи мне, как я бил с Сушением, блядь, давай, линкуй мне. Сука, вы заебали на ту. Хуй ты вы хуйню несёт, этот пиздец. Смотри, вот Пеппер говорит, там кто-то виноват. Виноваты все, кроме Кильки. Килька 500 тысяч. А вы по 200, по 100 тысяч. Это залупа, а не игра. Вы хуйней занимаетесь. Так, давайте чек. Че с этим сушением пофигу бил? Бля, ты что, конченый, не вот? Тебя линковали, блядь, долбоёб, нахуй ты грубишь. Блядь, еще раз линкани мне, давай сушение, пожалуйста. Ну тут еще в доллара не завтра спросил, линкануть тебя. А за какое сушение вы сейчас говорите? На фрей, когда он ляп набил. Причем оно здесь, типа, вообще насрать на это. Бил и бил. Ну, про фрей мы потом поговорим. Просто, ладно, я сделал выводы. Чек. Все готовы. Давай, брекинбес, начинай. Взгляните на мир. Чё, я так же ставлю метки, да? Да-да-да. Давайте по меткам все, когда ставят метку, то все РТ-шники могут, то можете не включайтесь. Ром. Ставил, ромбик ищите. И в ром пытаете. Дальше. Кары отбежали, сейчас надо будет прохилить. Захиливать сейчас помню. Ставь следующую. Отойди, Ардру, отойди отсюда. Сейчас надо будет захилить. Ром, уйди. Захиливай.
на другую поставил. Хлопок сейчас. Разбиваем. Возьмите кары. Где мы кары? Захиливайте быстрее, ничего пока не разбивай. Все разбивай. Ромик убить. Теперь на себя садись. Сейчас надо будет заведу. Ребят, разбить кары, отбежали. Помогут мне. Забегайте в оставшийся портал. А, стоп, подожди, сурово еще. Блин, Олег, я думала, у меня забагался, этот забежал. Нет, пропадёшь, пропадёшь. Сейчас. Я уже начинаю тупить. С меньшим хп звезду себя будет. Ты куда вы бьете? Альтера, ну куда ты бьешь? Господи. Все, давайте, падайте, падайте. Альтера, ты сам... Альтера, поставил же метку, ты совершенно другую звезду бьешь с 30% хп, когда там 10% хп у звезды есть. Вот так вот и подбиваю. Я уже начинаю тупить, сказал людям, что суровый удар, а... Я же еще раз повторяю, метку ставлю, только по метке ориентируюсь. Метки нет, вы стоите, босса бьете. Метка есть, играйте по метке. А есть у кого мамонт? Здесь вначале есть у кого прыгнуть. О, кстати, мне суровый удар начал показываться. До этого не показывал. Скорбен. Идешь на уголона? Не человек купается. Ну, Скорбин, пусть потанчит, я зайду там на шипы. Шама есть в рейде, хотя... Раз мод слетает. Заходи, Шама. Берсеркеры только с рейда не покидай. Так, сейчас он заходит, а мы пока обсудим, какое сушение вы говорили. Я видел, что этот ШП набил 900к и сушением по трэшу. Ну не по трэшу, а именно у него 900к по трэшу. О чем вы говорите вообще? Что, за Фрейю, что ли? За Фрейю, да. Ебать, Койт, помнишь, ты, сука, Хильдию развалил на X1? Чего? Да, помнишь, ты там печать не свечил, короче, на X1 8 лет назад? Так, еще вспомнили, что было в неделю назад, то и слушай, мне еще будете сраться. Да я не понимаю вообще, при чем тут иссушение и то, что хуета такая со звездами. И то, что насел у ШП, что ты мультидотаешь мелкие звезды. Вот открываешь рекаунт и смотришь. Владиши Д, ВД, вот это. 111к он убил на том трае. 29 тысяч на этом трае, 29 тысяч по звезде. У кильки 330 тысяч. У Шарюм в Харю 8 тысяч. Ой, вообще 0. Это в живое созвездие 8 тысяч. Сели давай, братик. Персифона 42 тысячи. Лена, подожди. Олег, давай в сову. Короче, одному Ване нужен этот рейд и все. Не, он нахер не надо, я бы спать бы пошел, ранобэшку свой читал бы. Чё читал? Как в прошлый раз на стриме в Дискорде? Нет, ранобэшку ты читал бы. Как ранобэ? Да, называется? Да. А, буря звездной войны. Странно, конечно. И о чем Ваня... там? Фантастика. Ваня спать хочет, а вы не можете нормально сыграть. Я бы тоже почитал следопыта. Короче, разбиваем пятую звезду или нет? Да, разбиваем. Ты
Ты вообще не понимаешь, надо все звезды разбивать. Там 4 звезды закрываете, у вас там один портал остается. Люди тупые с одного места не могут прибежать на другое. Просто не убивают. Идеале так, да. Меточку поставь, меточку на себя. Ну как-то более-менее успеют. Разбейте две метки, чтобы они нормально зашли под суровый удар. Лейтенант Мейк готов? Все, Брагинес, начинай. Сурового нету, сразу их надо все разбивать как можно. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. И метки не меняйте, когда уже разбиваем, потому что это вообще скам. Бейте, Ром. Быстрее. Сучку бейте. Кара отбивай. Бейте уже. Хиливайте. Не секунду, не хил, бейте с Ром. Сейчас хлопнет. Быстрее. Ложно его захилили. Так, следующий. Бейте нет, бейте нет. Быстрее. Бейте, бейте, бейте. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Хлопнет, захил. Хиливайте быстрее, сейчас кара бит. Сейчас еще раз хлопнет. Звезду забери. Кара. Встанешься? Нет. Рука поднимаем. Альпича. Что ты делаешь? Ой. Сейчас будет пятая звезда, повесишь. Бежать. Кара, бежать, ставь ромбик. Захилить быстрее. Ромбик быстрее, ромбик, ромбик, ромбик быстрее. Быстрее в ромбик, справа от босса. Мелик отбежал. Смотрим сурово. Стенки. Упор подойдите там быстрее. Кара, ШП отбежал от кары. Для этого ромбик, ребят, это не тех наш слов. Ну не надо вот эти звезды уже разбивать, они не нужны. Ну будет два срока. Не-не, вот эти еще нужны. Да не нужны они. Какая у них звезды, не сколько у тебя дыр. Я не знаю, здесь уже вайпу. Смотри, сколько у тебя дыр остается. Сколько у тебя созвездий. Самиван, подымай Олега. Олег, поднимай Шарамхари, Дрюлен, поднимай Урюмку. Кара, забирай на себя живое созвездие. Трекинг гайс скоро сурок. Кара, бежали. Космос покарает вас. Идите, бегайте в черный. Я делаю то, что должен. Взрывается звезды неправильно. Я делаю то, что должен. Ваднерка, ПРЛ сейчас дворф. Устал что-то. Охотись, кому надо. Смотри, Олег, есть другая еще тактика. Ну, я рад за эту тактику. Давай один раз попробуем. Я не буду уже ничего пробовать. Уже поздно. Что за тактика вкратце? Ну,
Пугаская тактика для дураков, короче. А, ты еще тупее, чем наша, да? У нас вроде как официальная тактика. Да, по официальной тактике разбиваете очень быстро звезды. Ну и после сурового, после первого вышли, вы сразу две звезды бахаете, это не прохиливается, у вас полрейд лежит после первого сурового. На самом деле там люди сдохли от кары. Просто когда выходишь после сурового, кара на полу не отобразилась, люди подлетели вверх. Нет, забей, не может быть такого, потому что мы заходим на половине коста, и все три кары кидаются под танка. Там просто небольшой урон пройдет, и после сурового никто в априори не может подлететь на каре. Там звезды, вы слишком быстро бахаете. Мы после сурового вышли, сразу звезду разбили. Мы еще не раздуплились, не встали, мы ничего не подняли по хп. Вы уже звезду бахнули, и за ней сразу же вторая бахнула, и пол рейда просто лежит. Это еще учитывая то, что мы выходим под кару, то есть урон по рейду проходит от кары, но никто на ней не подлетает. Вдобавок еще две звезды кинь на рейд, и у тебя просто минус рейд. Вот зря вы бьете звезды, которые падают, ну вторая четверка звезд падает, вы начинаете в них играть. Зачем? Подождите сурового, выйдите после сурового, и они будут... Как минимум, у них будет больше, чем половина хп, вы спокойно будете их подбивать, переживаем второй срок, выходим на фазу, все. Вы фигню просто какую-то делаете. Не, в плане не фигню, а в плане того, то, что вы очень рано убиваете вторую четверку звезд. Коллег просто привык, у него так на x1 пару раз получилось нормально пятую звезду разбить. Не знал. Можно, короче, на в реальных X5 завести три созвездия в один портал. И хилы не будут умирать от живых созвездий. Так они сейчас не умирали от живых созвездий. Ну, а чушь, я чуть не умер. Куда бежать? Проблема, я почему-то не успеваю завести созвездие, короче, потом на мне там висит 2-3 созвездия, они постоянно отагриваются. Я к черной дыре начинаю подводить, и оно, короче, не заводится, мне надо радиус увеличивать. Да, это есть такое. Ну я вообще жопа прилирает с этого. Смотри, еще можно с помощью тайкуна завести звезды. Не знаю, почему вы это не обузите, это очень хорошо. Давайте мы что-то будем делать, или дворфов жарить, или... Туда-сюда как-то, телодвижение. Полрейда тут, полрейда там. Можно начислить клипы и пойду спать? Согласен, лучше разойтись. Давай. Это, блядь, Алголона, блядь, убьем, алё. Да, уже не вряд ли на лгу пойдём, в смысле? На основными силами туда идти. На Алголон надо передавать туда сразу. Надо после робота, короче, идти туда. Сразу на лгу, после робота, а не после йоги.